Председатель Комитета по социальной политике областной думы Саратова Роман Грибов потребовал отменить в городе концерты артистов Анны Асти, Анна Дзюба и Александра Малинина из-за отсутствия у них четкой позиции по СВО. Соответствующее заявление он опубликовал у себя на странице во ВКонтакте. Грибов назвал репутацию Анны Асти и Малинина неоднозначной. Депутат указал, что оба артиста являются уроженцами Украины и до сих пор никак не обозначили свою позицию по СВО. Также он напомнил, что Анна Асти была участницей голой вечеринки ведущей Насти Ивлеевой, а Малинин исполнял гимн бандеровцев «Червона калина». Необходимо запретить предоставлять саратовские сцены для таких артистов. Нельзя допускать возможность зарабатывать деньги всяким русофобам и релакантам, заключил Грибов. Напомним, что концерты Малинина и Анны Асти в Саратове должны пройти 6, 7 февраля и 26 марта соответственно.